Когда мы читаем Бхагавад-гиту, мы никогда не должны прекращать читать. Есть одна цитата из книги Прабхупады, которая гласит: «Вы никогда не должны прекращать читать Бхагавад-гиту, даже если вы прочитали все 18 глав. Вы должны продолжать читать их снова и снова и снова, потому что природа трансцендентной литературы такова, что это нектар». Эти книги наполнены только этим трансцендентным нектаром. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.